Сотрудниками ОМВД России по городу Лесосибирску Красноярского края по горячим следам задержан подозреваемый в разбойном нападении на врача детской поликлиники. Злоумышленник напал на педиатра в подъезде жилого дома, когда тот направлялся на вызов к маленькому пациенту. Избив его и отобрав мобильный телефон, неизвестный потребовал передать ему все имеющиеся денежные средства. Однако денег у врача не оказалось, и мужчина насильно повел его к банкомату. В связи с тем, что очки были разбиты, тот не смог ввести пин-код, и избиение продолжалось прямо возле терминала. В этот момент поблизости появились другие граждане, и нападавший скрылся. Пострадавший с многочисленными травмами был доставлен в отделение реанимации межрайонной больницы. На место происшествия незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа и участковый уполномоченный полиции. По описанию очевидцев, он узнал ранее неоднократно судимого 36-летнего местного жителя, который недавно освободился из мест лишения свободы. Ориентировка на подозреваемого в совершении тяжкого преступления была передана полицейским нарядом. Через час мужчина был найден и задержан сотрудниками патрульно-постовой службы. Следственными органами полиции было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации.